Здорово, народ! И в этом видео покажу, как мы сможем зарабатывать на арбитраже криптовалюты с помощью искусственного интеллекта. Видео будет максимально полезным и интересным, поэтому поставьте ему лайк, подпишитесь, если вы здесь новенькие, и смотрите видео до конца. Погнали! Давайте начнем с базовых понятий. Что такое арбитраж криптовалюты? Арбитраж – это когда мы покупаем токен дешевле на одной бирже, переводим на другую и продаем там дороже. А разница между ценами на биржах называется спред. Это важное понятие, которое вы должны знать, если вы заходите в арбитраж криптовалюты, если вдруг вы здесь новенький. Но если вы уже профессионал, тогда переходим к стратегии, которую я нашел. Я использую искусственный интеллект для анализа токенов, которые были самые популярные за последние 24 часа. Я прошу искусственный интеллект, Grok, ChatGPT, неважно какой, анализировать данные. После того, как они анализируют данные, мне выдаются токены. И среди этих токенов я ищу те, на которых есть арбитражная возможность. Погнали, покажу, как это работает. Смотрите, на примере Grok 3, это у нас искусственный интеллект от Илона Маска, Twitter, X. И смотрите, что я делаю. Я вяжу такой запрос. Я прошу его анализировать последние посты на X и найти криптотокены, которые упоминаются больше всего за последние 24 часа. Примерно такой же промпт вы можете вводить. Промпт — это тот запрос, который вы вводите в искусственный интеллект. И смотрим, что он нам выдаст. Если вы анализируете Twitter, то лучше всего задавать вопросы на английском. Вообще, в принципе, с искусственным интеллектом лучше всего общаться на английском. Так будут более точные ответы. И смотрите, что он нам выдает. Выдает нам SUI, XCN. И еще, если вы используете анализ Твиттера, то обязательно используйте Grok, потому что это как бы встроенный в Twitter искусственный интеллект. И он будет более лучше справляться с этой задачей, чем ChatGPT, либо любой другой искусственный интеллект. Смотрите, теперь он нам выдал множество токенов, тут SUI, XCN и разные другие. И среди этих токенов мы должны найти те, на которых есть арбитражные возможности. И как это проверить? Смотрите, мы выбираем определенный токен и заходим на CoinMarketCap. С помощью CoinMarketCap мы можем удобно смотреть цены на токен на разных биржах. Я выбрал токен Grok, пишу название Grok и, соответственно, находим этот токен на CoinMarketCap. Переходим и смотрим, на каких биржах он торгуется и сколько стоит. Как ни странно, Grok мне посоветовал купить мемкоин Grok, точнее упоминание, то что Grok очень часто упоминается. И смотрим здесь, сколько стоит и на каких платформах торгуется. Здесь он отображается биржи, здесь он отображается пара, то есть какому токену он торгуется, к USDT в основном, и цена на биржах. И мы видим, что в основном токен стоит 0.0325. Это такая вот средняя цена, можно так сказать. И мы должны искать, вот допустим, на BitUnix токен стоит 0.02825. Также еще важно смотреть объем торгов, потому что если объем торгов очень маленький, вы тупо не сможете ни купить, ни продать токен. Мы видим, тут у нас объем 1.4 миллиона долларов, поэтому на BitUnix мы можем купить токен Grok, вывести на любую удобную вам биржу, MEX, GATE, BitGet, и продать там гораздо дороже. То есть вы видите разницу 0.028 и разница 0.031. И таким образом мы нашли спред около 10% просто с помощью искусственного интеллекта. Прикиньте, как можно искать токены. Можно даже посмотреть, что, видите, к Solana он торгуется, допустим, по цене 0.05. Далее можем еще посмотреть, есть ли у нас такие аномалии. Вот у нас тоже здесь Grok USDC торгуется по цене 0.04 целых. Ну это просто огроменный спред. И таким образом можете анализировать токены, находить спреды. Теперь давайте на примере чата GPT, но уже будем просить не анализировать Твиттер, а анализировать, в принципе, все новости и СМИ и находить токены, которые чаще всего упоминаются. ChatGPT тоже выдал нам токены, но в основном здесь популярные токены. Я просил его, пожалуйста, выбери только непопулярные токены и исключи топ-20 CoinMarketCap. И он мне выдал разные другие токены. Я уже посмотрел большинство из них, там нету, к сожалению, спредов, но есть такой вот интересный токен AI, на нем, в принципе, есть небольшой спред, поэтому давайте посмотрим. Мы видим, что токен стоит на Мексе 0.1916, можно спуститься пониже и найти какие-нибудь биржи, на которых ликвидности гораздо меньше и там, где он стоит дешевле. На Polonix он стоит вообще 0.1417, но объем торгов не показывает, поэтому нужно вручную заходить и проверять. Также еще на разных других биржах, где можно найти по цене 0.18, там 96, вот, допустим, вот эта вот биржа. Тут в основном такие непопулярные биржи, поэтому как бы токен для арбитража не особо нам подходит. Поэтому, как вы сами видели, что не всегда такой способ может работать. Grok 3 лучше справляется с этим, ChatGPT, к сожалению, нам не выдал интересных токенов. Но можно постоянно заходить, каждый день проверять, просить выдавать новые токены, популярные за последние 24 часа, анализировать эти токены и смотреть, есть ли там арбитражные возможности. Но если вы не хотите заморачиваться, искать, где там арбитраж, есть он или нету, то пользуйтесь сервисом Arbitrage Scanner. Он автоматически вам выдает сделки по арбитражу криптовалют. Вы вводите нужные параметры, и сервис дает вам сделки. Сразу вам показывается профит, показывается биржа, на которую нужно купить, биржа, на которую нужно перевести и продать токен, и, соответственно, профит, который вы заработаете. Также указываются сети, вводы, выводы. Это все здесь удобно максимально отображается. То есть вам не нужно ничего самому искать, проверять. Вы сюда зашли, ввели параметры, вам сделку дали, вы зашли, забрали профит. Изи. Также есть арбитраж на фьючах, можете тоже ввести определенные параметры, выбрать стратегию спот плюс фьючерс, либо фьючерс плюс спот, либо фьючерс плюс фьючерс, и вам выдаются сделки по вашей стратегии. К сожалению, сейчас у нас нет никаких арбитражных возможностей, есть только одна сделка по токену Рака на HTX и MEX, и профит в 0.64% можно забрать. Но вы можете постоянно мониторить, обновлять данные, и возможно вам выпасть какая-нибудь интересная вкусная сделочка. Также на арбитраж сканер можно смотреть файндинги и фармить файндинги. У нас на канале есть подробные видосы про то, как фармить файндинги, также обзоры кейсов, поэтому обязательно смотрите. Здесь это все бесплатно, удобно отображается,
показывается максимальный спред между файнингами, показываются файнинги на разных биржах. Здесь можно отследить это все и зафармить эти файнинги. Ссылочку на арбитраж сканер я оставлю в описании. Обязательно переходите, пользуйтесь и с кайфом забирайте арбитражные возможности. Ну что, благодаря искусственному интеллекту мы находим токены, просим его анализировать. Он анализирует разные упоминания токенов, выдает нам список, и среди этого списка мы выбираем монеты. Если вам лень этим заниматься, можете использовать арбитраж сканер. Пробуйте разные стратегии, пробуйте с помощью искусственного интеллекта, пробуйте искать сами, пробуйте с помощью арбитраж сканера. И то, что у вас лучше всего получается, то используйте и зарабатывайте на арбитраже криптовалюты. Смотрите другие видео на нашем канале по арбитражу криптовалют. У нас много полезного контента с разборами кейсов, стратегий. Поэтому я думаю, что вам точно что-нибудь понравится. Обязательно поставьте видосику лайк, подпишитесь, если вы здесь новенькие. А мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем пока!